Сообщение о возгорании в нежилом доме на площади Свободы поступило в экстренную службу поздно вечером. Вспыхнула крыша двухэтажного здания. На первом этаже в нем расположены магазины, а второй пустовал. Пламя распространялось молниеносно. В итоге огонь охватил два рядом стоящих дома. Площадь пожара у нас составила по результатам около 400 квадратных метров. Уничтожена кровля зданий. Тушение пожара проводилось по рангу 1-бис с привлечением дополнительной техники. Тушение пожара продолжалось чуть более 7 часов. Пожарные боролись с огнем несколько часов, и только к половине второго ночи открытое горение удалось ликвидировать. А о полном устранении пожара спасатели сообщили лишь к 6 утра. Пострадавших в результате ЧП нет. Но социальные сети валдайцы сильно обеспокоены участившимися пожарами в историческом центре города. А главное тем, что остается после – руинами и завалами, которые долгое время никто не разбирает. Не превратится ли туристический центр в город-пепелище, задаются вопросом местные жители.